1 июля на базе сельских школ откроются спортивные секции. Ежедневно для жителей с 18 до 35 лет будут проводить тренировки по спортивным играм и единоборствам. Моя коллега продолжит тему. В Павлодарской области на регулярной основе занимаются спортом 34% взрослого населения. План спортцентров – увеличить количество спортсменов до 50% к 2025 году. Для тренерской работы будут привлекать местных жителей. Всего на должность инструктора наберут 180 кадров. Условия – иметь высшее физкультурное образование. Работа инструкторов, да, это ежедневная. Им нужно будет открыть спортзал, заниматься тем или иным видом спорта, который у нас культивируется. Мы сейчас также в конце года проведем анализ, чтобы закрепить материально-техническую базу, потому что есть сельские населенные пункты, где, например, тот же инструктор и большая часть населения увлекается волейболом, кто-то где-то единоборствами и так далее. То есть мы будем уже точечно укреплять материально-техническую базу, где-то мы поставим футбольные мячи, баскетбольные мячи, волейбольные или постелим ковер. Занятия будут проходить в вечернее время с 6 до 9 во всех городах и селах региона. Тренировки будут доступны для населения в возрасте от 18 до 35 лет. Но и более старшие жители при желании также могут посещать секции. Раиса Мургунова, РТС Акпарат.